Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня будет мега крутое видео. Сегодня мы посмотрим, на что готовы эти школьники ради ножа, и последний выживший получит нож. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, поставьте лайк, потому что это реально крутой, годный контент, и обязательно подпишитесь на мой канал, дабы кнопочка стала серой. Лайк плюс подписка равно большая... Писка. Поздоровайтесь. Всем привет. Сразу такой вопрос. На что вы готовы ради ножа? На все. Мы готовы на все. Окей, вы готовы на все. Ну что же, ребята, первое задание будет довольно-таки непростое. Стойте на месте. У вас есть ровно пару минут. Вам надо сделать как можно больше киллов и как можно больше убить меня. Человек, у которого будет 0 киллов, я его просто-напросто выгоняю и исключаю из участников. Ребята, поехали. Давайте, ребят, можете меня убивать. Так, Киёши сделал первый килл. Красавчик, красавчик. Ребят, я говорю сразу, у кого будет 0 киллов, тот выбывает. Поэтому как можно больше киллов надо делать. Давайте, давайте, ну-ну-ну-ну. Так. Так, второй килл сделал Киёши опять. Да ну, Киёши, ну ты жесткий, да еще кому-то поубивать. Опять Киёши. Третий килл. Вот это жесткий. 5 minutes later. И кто же в этом испытании уйдет? Или лорд, или кин? Ребята, осталось сделать последний килл кому-то из них, или лорд, или кин. И... И в этом испытании победили все, кроме лорда. Лорд, ты был хорошим игроком, хорошим другом, но, увы, сегодня не твой день. Поэтому, братан, увы и ах. Ребята, следующее задание. Станьте все вот тут. Вот тут все станьте в угол. В общем, задание будет крайне простое. Вам, ребята, надо как можно быстрее прибежать на респу террористов. Кто прибегает последним, тот, к сожалению, выбывает. Правила ясны? Да. Окей. Я, ребята, считаю до 5 и можете начинать бежать. 1, 2, 3, 4, 5! Поехали, бежим. Кто же будет, ребята, последним? А ну-ка, ой-ой-ой! Кто же будет последним? Сейчас мы, ребят, посмотрим имя этого непобедителя, имя этого невезунчика, и он, к сожалению, проиграет все. Так? Так, ребят, я еще пересмотрю на запись, это ни хрена не понятно, кто был последним. И, ребята, вы не поверите, я только что пересмотрел на повторе, и, к сожалению, Киёши, дружище, ты был последним. Мне очень жаль, но сегодня, по всей видимости, не твой день, поэтому тебе тоже придется выйти. Попрощайся с подписчиками. Желаю выиграть. Чтобы выиграл лучше, и удачи всем. Ты не сильно расстроился? Нет. Ребята, сейчас мы немножко поиграем в маньяка. Суть крайне проста. Вам надо будет запрятаться от меня. И первого человека, которого я найду, он, к сожалению, выбывает. Поэтому, ребята, побежали. 5 minutes later. Ну что же, кто не спрятался, я не виноват, я иду искать. Так, ребята, я иду искать. Кто там запрятался, так? Вот, я чувствую, кто-то есть на А. 100%, возможно, даже тут. А ну-ка, я прав? Нет, тут никого нету. А может быть... О, нет, я кого-то видел. Лучше беги. Просто лучше беги. Как только я тебя убиваю, ты должен выйти. Ой, зря ты спалился. Так, он где-то тут был, ребят. Офигеть, он неуловимый. Офигеть, он убегает от кента! Братан, ну все, я тебя нашел, все, тебе задница, готовься. Ой. Максим Плей, братан! Сегодня не твой день. Увы и ах, но ты тоже вылетаешь. И у нас, ребята, остается 2 финалиста. Это Юра Дрэгон и Кин. Ну что ж, вот они, наши 2 финалиста. И в последнем испытании вам предстоит узнать, кто же из вас сильнее. Мои уважаемые подписчики, как вы думаете, кто победит? Прямо сейчас напишите в комментарии, потому что у вас будет дуэль на диглах. И кто победит, тот и будет самым главным финалистом. Только чур по мне не стрелять. Ой, сори. Кто это был? Случайно. Так, ну что же, ребята, я занимаю вот эту вот позицию. По мне, ребята, не стрелять. Так, участники, вы готовы? Да.
Я стою возле двери, по мне не стрелять. На счет три начинаете битву. Один, два, три, поехали! Кто же будет сильнее? Юра или Кин? А ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой, ребята, очень напряженная битва. Юра использует максимально свой скилл. Кто же будет победителем? О нет, Юра, кажись, попал по Кину. О нет, очень напряженная битва. Ядрить, колотить, главное, меня не убейте. Юра или Кин? Юра или Кин? Вот чей вопрос, кто же будет победителем? Ну-ну-ну-ну-ну! Кто же будет финалистом? Не может быть, Кин! Я тебе поздравляю, братанчик! Я тебя даже убил от радости. Ну что же, ребята, и в этой нелегкой битве стал финалистом парень под ником Кин. Кин, поздоровайся с моей аудиторией еще раз. Всем привет, ребят. Ну что, ты рад победе? Ну, конечно. Рассказывай, куда потратишь голду. Ты можешь купить нож или можешь купить полностью себе инвентарь. Что ты выбираешь? Ну, я бы нож купил бы. Окей, ты себе купишь нож. Скажи так, испытания были сложные? Ну, я первый раз вот так участвовал, так что, ну да. И еще такое небольшое задание к тебе. Надо как можно громче сказать «я киборг». Это очень важное задание. И пристой. Я киборг! Красавчик, все, ты получаешь свой приз. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях, стоит ли мне снимать продолжение или нет. С вами был Кент ПК и участники. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.